Так, мы сегодня приехали в Disney Springs. Это даунтаун Disney, центр города Disney. Поставили машину на парковку и пошли. Hi. What? Нет, Тимки. Спасибо. Спасибо, блин, большое. Так, тут можно тоже пойти по лестнице, либо взять этот лифт. Зашли проверить санитарное состояние реструмов здесь. Вот тут можно играть в этот, как сказать, боулинг. И туалет, и понятно, сама смывка идет, трогать ничего не надо. Тебе снять одного. Вот так, русская водка. This is from Russia. Водка. Данек, повернись на секунду. Тут же маленький магазинчик. На втором этаже то же самое, тоже ресторанчик. Веселее. Ой, опять что-то новое строят. И тут новое все строят, и тут новое. Гнилится тут. Вон машина едет по воде. Данечек мой идет, нафотографировался. И водные такси. Десюле. Ресторан. Летающая свинюшка. Слышка такое прикольное. Сейчас подойдем, посмотрим. А вот на воздушном шаре можно покататься. По-моему, $25. Подняться немножко вверх. Штаб супергероев. Мы здесь. Пойдем. Хотела Данька спросить пару вопросов. Там торговую плазу открыли большую. Мы пойдем через мостик. Уборщики ходят в белых одеждах. Это был туалет. Парадизо. Вон они, сели, поехали. Сейчас он машинку сюда привезет, повернет ее на вот этом кружочке. И поехали. Амфи Кар Ланч. Вот это да. Что-то новое тоже построили. Так, колесиками сюда. Сейчас его поверну. Вернее, ее поверну. Все, поворачивается. И шикарные рестораны кругом. Сейчас мы тоже туда пойдем. Миннесота коллектор. Ну и ладно, пойдем. Ой, какой шикарный ресторанчик. Ойстер бар. И вот лодка, там стол в ней вмонтирован, понятное дело. Все готовы. Такие все яркие машинки. Сказал, поехали. И взмахнул рукой. Поехали. Так прикольно. Лодка Фантомаса. Ну понятно, эти все лодочки интерьера. God's time. Божье время.
56-й год. Вот эта лодочка прикольная, маленькая. Смотри, какое чудушко маленькое. Сорок лошадиных сил. Alter-ego. Вот лодка-стол. А там люди внутри сидят. Вообще плавательные объекты. Гамаки всех размеров и форм. Там торговая плаза. Это ласточка. Лариса Гузеева на ней снималась. Рестораны позакрывали. Шикарный ресторан был. Леон Тирекс. Как водичку не снять? Водичку обязательно. Ой, как красиво. Это можно за $100 сесть и покататься, полетать над Орландо. Устраивает раскопки, место для детей. И там еще детеночек маленький тоже. Это подводный мир. Теперь начинают эти мамонты. Мамонты оживают. Это пещера голубая и розовая. Она переключается. Прикольный такой ресторанчик. И двигаться. И весь потолок как в джунглях. И теперь этот проснулся. Ку-ку. Глазами щелк-щелк, глазами щелк-щелк. Давай, напугай меня. Давай, напугай меня. Не хочет, вон еще один, вон еще один. Но ты меня пугай глазами, глазами. Вот так вот. Ага, вот так вот. А рычать, а порычать. No. А порычать. Вон динозавр проснулся. Медуза такая громадная. На входе и такой хвост длинный. Вау. Это вулкан, он уже черное облачко. Я пока камеру достала, он уже трижды он уже трижды выплюнул такой кусок огня. Рейнфорест, идем в ресторан. Прикольный такой автомобиль. А вот еще на нас один едет. Падлфиш. Красота. А это вулкан настоящий. Понятное дело, все в цветах. Ваза стоит громадная. И все в цветах. Прикольно.
прикольный такой ресторан. И вон крокодил. Ого, как он рычит. Вау. И вот лава. Пошли зайдем сюда. Лава по стенам. И слышно, как она течет. Как она скрипит. Как он рычит. Угомонился, угомонился. Hi, folks. My name is Tracy Tree. Wow, look at all those fish. Рыбки такие красивые. Сказочные просто рыбки. Небо над нами, звезды там переливаются. Все начнут кричать. Все животные. Вот он пошел. Вот он пошел. Ну давай, рыкни на меня. А, тут тоже. Ага, это же выход в этот бар. Все, все, все. Вот, обожаю fish and chips. Жареная картошка, рыба жареная, свежайшая. И салат из этого, из капусты. Начинается гром, молния. Пойдем туда, сейчас будут реветь животные. Вон просыпаются эти все слоны. Слоны сейчас будут реветь. Вон проснулись эти слоны. Кровожадный ты. Ты громадный кровожадный зверь. Карусели. Детки фотографируются. Детки, вон водичка плюется. Все мокрые, так мокрые. Я бы сама туда пошла. Мороженка. Мы заказали шикарное мороженое в этом месте. Обожаю. Ну и порции. Вот это, по-моему, вон уже дымок идет. Сейчас начнется извержение вулкана. Давай уже, давай. Тут готовится к какому-то концерту. Тут постоянно концерты. Идем в Walt Disney. Лего. Это все Лего. Это года два назад открыли вот эту торговую плазу, громадную сделали. Так все красиво здесь. Пойдем по магазинчикам. Здесь же. Как будто дорогу сделали. И вот такие шикарные. Это специально для фотографии, для людей. Короче говоря, нафоткались мы, у нас даже очередь за нами стала. Мы взяли шляпу Харли Дэвидсон. Так красиво получилось. Это такие сбоку крепится, да? Вот, вот эти бокам, видишь, красные. А ну-ка, покажи. Вот это тоже специально стоит для фотографии. А вот эти вот, да? Угу. Класс. Это металлическая штучка такая. Да? $30. Эй, а что ж ты... Ага, вот они. Сейчас. Давай я тебе назад. Давай тебе назад приклею, чтоб ты не валялась. Никому не нужно. Никем не истребованная. Классные штучки. Ага, вот они. $30. $29.95. Все. А это нашивки.
Колокольчики, бубенчики. Гараж, лайм-гараж. Мы поставили на оранж-гараж. Андер Арно. Это кусочек Италии. Кипарисы. Вау. Да. Чи тебе не Италия? Вот так снять видео и сказать, что я побывала в Италии. Пожалуйста, все поверят. А как не поверить? Любимый магазин Anthropologie. Он есть в Millennium Mall. Как мне нравится у них оформление витрин всегда. Zara где-то должна быть рядом. Сейчас посмотрю, какая температура. Ну, у нас уже летняя температура. Уже градусов, наверное, 20-35. Пишем. Ага, вот он, вот он, вот он. Раз, 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 водичку выталкивает. Развлечения для взрослых и детей. Класс. Sephora. Центр Zara. Кейт Спейд. Ой, пошли. Фотографы мои любимые. Обожаю этот магазин. Сумочка такая симпатичная. И вот уже выход из этого торгового центра. Боже, ну как же красиво все сделали. Итальянский стиль. Это всего лишь навсего центр города Диснея. Все уборщики ходят в белых одеждах. Это что-то они нарисовали. Не поняла, что-то они делали, им стали аплодировать. А? Он снова рисует. У него там водичка. Носик. Палка-палка, огуречек. Вот и вышел человечек. То есть он тут работает именно не как уборщик, а именно вот, чтобы рисовать эти фигурки. Бахама. Ну как же называется? Помнишь, что-то с Бахамой связано? Мужчина как сидит, как настоящий в голубой рубашке. И в Кока-Колу обязательно надо зайти. Театр с едой. То есть прийти в театр, смотреть театр и пойти насладиться ужином. Полицейский с собакой. Do not pet. Не трогайте руками собаку. Тут уже песни пошли. И вот наш Orange Garage. Пойдем машинку заберем. Поедем на лифте. Да, Данючек, устал? Как? И тут так удобно все сделано. Вот, например, здесь. Где? Вон, видно. 15 мест свободно. Освобождает, сразу срабатывает сенсор и высвечивается, сколько количество мест пустых вон там. Кто-то только что стал, было 5, теперь 4. Очень удобно. Едешь и сразу видно, сколько мест свободных на парковке на этом. На ночь глядя, у нас Флорида Молл. Мы зашли в отдел духов. Парфюмания. Виктория Секрет. Переделали весь Флорида Молл, сделали такой красивый, замечательный, просто все обновили. К сожалению, в 9 вечера все закрывается, уже все магазины практически закрылись. Мы сюда позднёхонько приехали. Ищем духи мужские. Так, сейчас я попробую.
А ну-ка. Вроде ничего, вот эти вот лакосты. Все перенюхали, все обнюхали, не подходит, все не то. Я пока кофе понюхаю. Лучший запах — это кофе. Короче, нас закрыли, и выйти отсюда уже невозможно. А вон она, дверь, все нашла. Forever 21.